Приветствую вас, книгокопатели! Добро пожаловать на книгокоп.рф, канал специально для тех, кому интересны старинные рукописи, книги и так далее. Сегодня в моем поле зрения интересный словарь. 8500 слов. Он написан был еще в 19 веке. И словарь иностранных слов на русском языке, который будет описывать нам все иностранные слова, что они означают и так далее. Давайте не будем долго рассуждать, посмотрим на этот словарь, что он из себя представляет. Советую всем, кому интересно узнать значение данных слов, значение иностранных названий и так далее. То есть вот, к примеру, пожалуйста, видите, это только иностранные слова, которые в нашу жизнь уже внедрены. Или, по крайней мере, внедрялись на тот момент. Ну, часть из них были внедрены тогда недавно. Для нас-то уже многие давно слова существуют. Все-таки 21 век. Итак, ну вот, к примеру, что мы берем? Автор, да? Латинское «автор». Сочинитель, писатель. Логично? Логично. Ну, интересно. Агент, он, кстати, с латинского, лицо, уполномоченное каким-либо обществом или частным лицом. Приказчик. Все на «а», на «а». Ну, давайте листанем чуть подальше и посмотрим, что же интересного дальше может быть. Итак, к примеру, какой-нибудь тут инстанция от латинского. Степень судов и других административных учреждений. Есть тут действительно поистине интересные слова. И я думал, что они всегда были русские. Ну, по крайней мере, не всегда. Но оно как-то по-русскому привыкли уже к этим словам. В общем, советую вам посмотреть огромное количество. 8500 иностранных слов. И каждое слово имеет свою расшифровку. Поэтому смотрим, читаем, оккультуриваемся. Читать полезно, а читать много – это хорошо. Никому чтение не вредит. Спасибо вам за просмотр. Палец вверх. Кому понравилось, комментируем, ставим лайки. У кого есть интересные ссылки на интересные книги, на интересные ресурсы, добро пожаловать, пишите мне. Я с удовольствием приму их в дар. Огромное вам спасибо. Пока-пока.